Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников, знакомиться с их автобиографией. Гехард Деменц. Родился в 1972 году в Бальцано, Италия. Начал создавать свои работы в 2005 году и за несколько лет приобрел международную известность за счет своего невероятного мастерства как традиционный резчик по дереву, умеющий создавать скульптуры детей одновременно и привлекательными, и вызывающими тревогу. Скульптуры имеют философский смысл, возможно, это попытка уловить и передать восприятие детьми мира взрослых, элементы войны и религии со странными подтекстами. Я пользуюсь сайтом скульптора gerardmerz.com. Скульптура обладает удивительным совершенством, некоторые отнюдь не классическое. Одной из самых поразительных технических особенностей резьбы является конструкция с использованием небольших деревянных блоков и сопоставление тонко полированных деталей, имеющих очень грубые и отрывочные поверхности. Виртуозно проработанные лица, а тела и одежда созданы более размашисто, с присутствием импрессионизма. Иногда блоки образуют странные пробелы, вглядываясь в которые ищешь смысл. Гехард Деменц был приглашен известными галереями для участия в выставках в США, Испании, Германии, Корее. Он также создает монументальные скульптуры по заказу для коллекционеров всего мира. В настоящее время живет в Италии. Вот так вкратце о скульпторе Гехард Деменц. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.